Йоу, всем привет, добро пожаловать на новый выпуск NBA 2K18. Сегодня мы будем играть против Miami Heat. I'm in Miami, bro. Поехали играть, так сказать, Эшкере. Сейчас мы начинаем играть против Miami Heat, Дион Уэйтерс, Хасан Уайтс и вся эта компания. Город Драгич. В общем-то, да, сейчас Miami Heat начали не так, как я ожидал, не так сильно, как я ожидал, в принципе. Но ничего, бывает со всеми. Так, Хорфорд, давай. Браток. Я сам. Уайтсайд, где ты? Я думал, я лэп сделаю, не так влечу прям через Уайтсайда мочить. Да надо яйца и меньше так сделать. Прошел Уэйтерса. На, еще раз сверху. Что-то я начал себе сверху сильно мочить. У меня данг только 70 где-то так. Ну что-то каждый проход просто бум-бум-бум. Бум. Мажет еще раз. Хейвард, бросай. Еще один данг. Еще один данг. Еее. 6 очков, 3 данга. Тед начало, тед я понимаю. Я уже начинаю прощупывать, короче, NBA 2K18. И чувствую, скоро мы будем всех разносить вообще под конкретного. Оп, Хейворд. Хейворд! На, красава, Хейворд! По красоте. Капец, мы бросаем 70%, а Майами только 28. Трёха! О, перфект лис! Трёшечка, отличненько, отличненько, отличненько. Пейн? М1. Отлично. Штрафные? Изи, давай. Покажем, как штрафные бросать. Хорошо. Я был не уверен. Шкере. Блин, меня так Лил Памп бесит, но, блин, заелась эта фраза. Шкере. Опа, иди сюда. Сильно, сильно прям явно это все делать. Ой, даже Уинслоу за голову взялся. Отлично. Вот это да. Можно даже стэш арене создавать, можно так сразу херить. Просто шот креатором. Даже Уинслоу взялся после этого данка за голову. Разир. Ру, хорош! Похлопаем Резиру, вообще разобрался по красоте в этой ситуации. По кра. Хорошо, Хорфорд, скинь на трёшку, черепашка. Перфект релиз с трёхи! Хорошо! Сегодня с трёх один перфект релиз идут, только вся зелень, короче. Чинь, зелень. Капец, вы сильно явные, у вас какие-то пасы. Я тупо стою, перехватываю ФСН. Морис покрасил. Меня посадили и... Капец, мы были плюс 10, и теперь плюс 4 всего что. Давайте, ребята, было плюс 10, сейчас вернем к плюс 10 обратно. Давайте. Давайте, рывочек, сразу, с самого начала. Ой, как нашел Хейварда, какой у нас плей получился. Есть, Хейвард, молодец, спасибо. Отдал мне это все. Просто такой плей у нас получился. Адский, жесткий. Хейвард у нас открытый в углу остался. Я прям собрался прям на этот плей. Воу, не, Хейвард, ну резче, алло. Спасибо, подбор за мной и побежали. Я вижу Кайри трёха. Еее, хорош. Плюс 8, отлично. То Майами начали нас ловить обратно. Давайте, я вижу. А, нет. Оп, есть переход, хорош. На. Это был данк уже такой, не очень-то офигенный, но все равно. У меня в защите офигенная игра получается. У меня уже 4 перехвата, я такой, нихера себе. Ну, в принципе, они такие, какие-то у них комбины очень предсказуемые. Я там, не. Ну как подбор опять? Ну ё-моё, Хорфорд, ну ты гонишь. Повезло, что промазал, ну это просто жесть. Хорфорд, пожалуйста. Кого ты пытаешься спиной кольцо продать? Кого? Там никого не было. Оу, как? А, как Линик забрал подбор? Повезло, что забрали.
Браун, куда ты полез? Подбор за мной через всех. Е-е-е. Сейчас Олейнику, Олейник сюда, сейчас обратно Олейник, Олейник сюда. Блин! Я ж просто просчитал всю комбинацию. И они специально мажут, и потом Уайтсайд берет подбор. Это у них просто уже отработанная домашняя заготовочка. Я пошел спину ставить этому Уайтсайду. Видели? Он бы забрал подбор, если б не я. Уэлш! Уэлш! Е-е-е-е! Хорошо. Я уже просто сам подборы иду вместо его Хорфорда забирать. О, вот это такое я не прочитал, но все равно. Зато мои тиммейты прочитали. На трешку! Еще один перфект релиз! Один перфект релиз из трехи! Капец, я сегодня бросаю жестко. Добрал, хорош! Слушай, пятый перехват у меня. Еее! Капец, у меня уже 40 очков. 40 очков, 6 подборов, 6 ассистов. Получится у меня трипл дабл? Посмотрим. И вон! Воу, это флейгрент. Не спортивный дать ему. Он меня столкнул вообще с воздуха. Оо, нельзя так падать. Хорфорд, открыт. Бросок. Хорошо. Плюс 15, отлично. Кайри! Кайри! Yeah! 8-й ассист. Мы уже все решили, и, короче, не надо блочить. Прям данк. Бум! На голову тебе просто. Подбор? Нет! Кайри украл у меня подбор! Фух, я думаю, меня уже с концами заменили. У меня одна минута, чтобы взять один подбор. Давайте, пацаны. Давайте, да, надо в атаке по-быстрому все решать. 49, 9 и 11. Надо 50, 10 и 11, давайте. Давай. Подбор хорош! Нападение взял. И под... А, не забил. 49, 10, 11. Давайте 51, 10 и 11. Трипл-дабл есть. Я вообще не думал, что я трипл-дабл это сделаю. Но как-то получилось. Мне попадать. Не попал. Ладно, 49. В общем, игра закончилась, наверное, одна из самых легких побед, которая была у меня в NBA 2K18 пока что. 127 на 103. У Майами мы выиграли очень даже уверенно. Тарелл Шотс 1 из 4, Стронг Финишес. Ледли с финишем мне надо побольше. Энкл Брейкер у меня уже серебряный, это хорошо. Даймер у меня скоро будет тоже серебряный. Фритроу Эйс тоже скоро будет серебряный, что очень радует. В общем, ребятки, это было все на сегодняшний выпуск NBA 2K18. Надеюсь, вам понравилось это видео. Но если так, конечно же, поставьте этому видео лайк. Также подписывайтесь на мой канал и, конечно же, покажите это видео друзьям. Поделитесь со своими друзьями, чтобы они тоже увидели, что есть такое... Эшкере! Мне было очень приятно, что вы смотрели мое видео. Ну, на этом все. Я увижу вас в следующем. Увидимся. Пока!